Президент Беларуси 12 сентября рассмотрел кадровые вопросы. В частности, Александр Лукашенко согласовал назначение председателей нескольких райисполкомов, в том числе в Гомельской области. Анатолий Гапоник, который до этого работал председателем Лельчицкого райисполкома, занял аналогичный пост в Будокошелевском районе. В свою очередь, Лельчицкий район возглавил Сергей Косинский, председатель местного районного совета депутатов. Сменился руководитель и на предприятии «Гомельстекло», новый генеральный директор Петр Максимчиков, который до этого времени был заместителем гендиректора по экономике. 11 сентября в Гомеле прошел семинар-совещание по вопросам проведения избирательной кампании. Участие в нем приняла председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина. Избирательная кампания в Беларуси вошла в активную фазу. Завершилась подача заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидата в депутаты Палаты представителей. Следующий этап – создание участков для голосования и утверждение состава участковых комиссий. Среди их задач – составление списков избирателей. В ходе семинара-совещания обсуждены также вопросы финансирования и материально-технического обеспечения кампании. Еще одна тема – участие политических партий, в том числе оппозиционных. На Гомельщине в окружных комиссиях от них работают 5 человек. Что касается внутренних и международных наблюдателей, то их регистрация также началась. В Гомельской области введен в эксплуатацию еще один бассейн. После почти трехлетней реконструкции посетители принял спортивный объект в Мозыре. Основную часть средств, необходимых для масштабной реконструкции, выделил областной бюджет. Привлекались также деньги из местного бюджета и заработанные на трех районных субботниках. Общая сумма, направленная на реконструкцию, чуть более 6 800 000 рублей. Сейчас в Мозырском бассейне могут проводиться соревнования международного уровня. Хотя в первую очередь бассейн рассчитан на местное население. В рамках реализации программы обучения плаванию школьников в Мозырском бассейне уроки будут проводить и для учащихся Лельчицкого и Петриковского районов. Также спортивный объект оснащен всем необходимым для людей с ограниченными физическими возможностями. Открытие, посвященное Году Малой Родины, художественные выставки, демонстрация образцов служебной формы и оружия, присяга молодых сотрудников. Белорусские следователи 12 сентября отметили свой профессиональный праздник. По данным социологических опросов, Следственный комитет пользуется доверием и уважением в обществе. Это действительно эффективно действующая структура, оснащенная самым современным оборудованием. Сегодня раскрываемость преступлений в Следственном комитете Республики Беларусь 96,8%, на уровне лучших европейских показателей. Во время торжественной присяги погоны следователей на Гомельщине получили около 50 молодых сотрудников.